Друзья, всем привет. Приехал только со светофора, вот закупился на 1700. Это будет не простой такой обзор, покажу, что купил, а все распечатаем, все продегустируем и все покажу. На 1700 купил кастрюлю за 800 рублей. Так, давайте сейчас все выложу и продолжим. Друзья, ну такие вот покупки на 1700 рублей, я считаю, это прям очень неплохо. Купил вот такой вот бекон. Вообще он мне просто так не нравится, если его просто так есть. Это для очень крутого рецепта. Подсказали, у нас есть такая группа, так сказать, городская. И вот там жена сидит, называется мамочки этого города. Там жена сидит и подсказали ей, что из такого бекона можно сделать крутой рецепт с помидорами. Но это позже выйдет на канале. Сейчас мы его распечатаем, так просто попробуем, я вам его покажу. В общем, бекон, вот такие вот шоколадки. Я их уже покупал не один раз, Победа. Три шоколадки спайки 90 рублей, бекон 111 рублей. Вот такой вот напиток, ну как напиток, детский сок. Сыну покупаю тоже уже там не первый раз, пол-литра 49 рублей. Фрутоняня, хороший производитель. Набор салфеток, ну, набор тряпок, так сказать, 5 штук, размером 30 на 30 сантиметров. Так, для дома где-то пыль протереть, где-то для кухни. Ну, в общем, вещь всегда нужная и стоит всего там 77 рублей. Карбонат особый, тоже уже беру не первый раз. Этот маленький кусочек, я его не сильно так, вот жена и ребенок и им нравится, я купил небольшой кусок, думаю, им хватит, потому что покупали большие, они пропадают у нас. 74 рубля всего такой вот кусочек. Сейчас тоже покажу его в разрезе, как выглядит. Йогурт взял первый раз, нежный, 1,2% жирности, 72 рубля, 4 йогурта. Друзья, вот консервы взял. Консервы не выйдут в этом видео, мы их не будем сейчас открывать, распечатывать. Все консервы будут в отдельном видео, я их тоже сейчас буду снимать видео, продегустирую. Вот такое вот мясо рубленое из говядины и свинины. Первый раз вообще вижу такую консерву, очень интересно, что там внутри. Обязательно подписывайтесь или просто следите за каналом, скоро выйдет это видео, возможно даже сегодня же. Килька балтийская с овощным гарниром. Такая вот свинина, просто очень интересно, она стоит 75 рублей. 525 грамм. Что там вообще может быть внутри? Я уверен, что пойдет она просто в мусорное ведро. И паштет Арктика. Брал пражский. Мне понравился. Арктику ни разу не брал. Попробуем. 33 рубля стоит. В общем, видео будет отдельное. Дальше. Купил вот такие вот сосиски. Недавно покупал аж 3 упаковки. Нам они очень понравились. Сейчас купил одну. Сейчас их тоже покажу, как они выглядят в разрезе. И кастрюлю. Вот это самая крутая, наверное, покупка. 3,2 объем кастрюля. Дно 17,5 сантиметров. Так, сейчас ее распечатаю, покажу. Друзья, вот такая вот кастрюля, она сразу идет с крышкой. Металлические ручки. Выглядит она, конечно, прям очень прикольно. Сейчас достану крышку. Так, чем-нибудь поддеть ее. Ножик. Так, раз. Вот такая вот крышечка. И кастрюля очень классная. Давно ее хотел купить. Я думаю, покупка вообще хорошая. 788 рублей всего кастрюля, 3,2 объема. Дальше консервы мы тоже отлаживаем в сторону. Посмотрим сосиски. Друзья, сосиски весом 1 килограмм и стоят всего 140 рублей. Смотрите, что внутри. Выглядят они неплохо. По вкусу они тоже очень вкусные. Я не буду сейчас пробовать, не буду чапкать, так сказать. Но я их уже покупал, кто видел, недавно 3 упаковки. Очень хорошие, всем рекомендую. 140 рублей 1 килограмм, 10 таких сарделек. Если их отварить, они еще вкуснее. Ну, прям видно по качеству, это не паштет какой-то, а прям хорошие плотные сосиски. Убираем в сторону. Далее, друзья, попробуем йогурт. Взял его первый раз. Сначала сам попробую, чем перед тем, как давать ребенку. Так, сейчас открою. Друзья, ну вот так вот выглядит йогурт. Мы покупали такой в обычных магазинах. Сейчас сравним, есть ли разница. По виду так вообще нету. По вкусу тоже. Йогурт можно смело покупать. Ягодок там, по-моему, нету. Нету, да. Ну, йогурт хороший. Убираем в сторонку. Далее сразу про шоколад. Тоже его сейчас откроем, покажу вам. Но я его покупал, нам очень понравился. Друзья, вот так вот выглядит шоколад. Пористый и очень вкусный. Вот у нас сейчас очень жарко, 35 градусов. Напишите, какая температура у вас. Шоколад очень вкусный. Вот так вот он выглядит, пористый. Отложим его в сторонку. Интересно распечатать салфетку. Посмотреть, как они выглядят без упаковки. Друзья, вот такие вот тряпочки, я даже, они называются хоть и салфетками, но я назвал бы тряпочки для пыли, для кухни. Почему нет, 70 рублей, 5 таких вот тряпочек размером 30 на 30 сантиметров. Очень хорошие. Ладно, берем их в сторонку, продолжим. Откроем бекон, покажу вам, как он выглядит без упаковки.
Друзья, вот один ломтик достал, нарезан он тоненько, вот так вот выглядит. Честно скажу, мне по вкусу он так, если его просто так кушать, не очень нравится, да и жене тоже. Но хотим попробовать этот рецепт, который нам посоветовали, с помидорами. Обязательно пропустите, я думаю, получится очень вкусно. Друзья, ну сок тоже открывать не буду, у меня сейчас сын спит, не хочу, чтобы он заветривался, уветривался. Сок хороший, смело можете покупать, 50 рублей в обычных магазинах стоит 80-90. Так, давайте покажу, как выглядит карбонат без упаковки. Друзья, открыл карбонат, вот так вот он выглядит, думаю, разрезать смысла нету, выглядит приятно, а главное, очень приятно пахнет. Такой вот карбонат копченый, особый. Производитель Ратимир, мы любим эту продукцию, постоянно покупаем. Вот такие вот покупки. Самое больше всего мне понравилось это кастрюля, всего за 800 рублей. Общий чек вышел на 1700. В принципе, покупками я рад. Скоро выйдет про консервы, но я уверен, что вот эта покупка была лишняя. Но все равно всем показать, чтобы не покупали зря. Все, на этом все, всем пока.